Наша корреспондентка Гульсум Халилова, которая находится на пропускном пункте Чонгар, вышла на связь. Гульсум, вы в эфире. Здравствуйте, Ильдар. Акция на пропускном пункте Чангар продолжается. Фур здесь практически нет. Меджлис все-таки решил пропускать пустые фуры, которые возвращаются из Крыма. Машины все же останавливают и проверяют. Бывают и конфликтные ситуации. Одного из водителей фуры, который возвращался из Крыма, попросили открыть машину и показать содержимое и документы, на что водитель отреагировал очень по-хамски. Представители батальонов пригласили его на разговор, после чего он извинился перед митингующими. Предлагаю посмотреть, как это происходило. А я хочу, чтобы ты не водил. Я ничего не вожу, я езжу на своей машине, это личный транспорт. Ты знаешь, кому ля-ля говорю. Слышь, ля-ля. Мужчина, вы откуда? Я с Донецка. Донецка? Ну, вот, а что вы здесь делаете? Я отдыхал в Ялте. Да вы еще что? Вопросы есть? Приехал. Я сказал, приехал. Командир батальона правого сектора. Вопросы. 500-й. Пусть посидит, позагорает здесь. Отдохнет. А потом я посмотрим, уже может и пропустим. Да, извините, пожалуйста. Я погорячился, извините, пожалуйста. Можно я? Мы остаемся на месте и продолжаем следить за ситуацией. Гульсум, продолжаем выпуск.